так разболелась моя голова. Где же аптечка? Я еле жива. Но тут зазвонил телефон. Кто это? Он? С тобой я готова болтать и вечно. А дети в это время к аптечке. Не будь так беспечно. О, мама, дома на кухне так хорошо. Мы посидим, поговорим с ней о чем-то неважном. Папа пришел. Чайник вскипел, пар по кухне парит, но трогать мне маму этот пар не велит. Я пальчиком только к дымку прикоснусь, я облачко, мама, ничуть не боюсь. Нельзя, обожжет этот пар кипяток, и будет тебе очень горьким урок. Затеяли дети в квартире игру. То в мячик футбольный, то в чехарду. Напольные вазы, кругом зеркала. Опасная ваша, ребята, игра. Вот папа зовет играть в домино. Я в эту игру играла очень давно. Отвлеклась я всего на минутку. И мигом утюг сотворил злую шутку. В простыне большая дыра. Вот какая может приключиться беда. На джипе дядька подкатил, игрушкой Марьюшку манил. Варвара за сестру горой взяла за руку и домой. Без мамы и папы разрешения не принимать ни игрушек и ни угощения. Праздник, нет всем места, и повсюду льется песня. Я как профи у рояля, и дочурки тут стояли. Крышку доченька задела, хлопнуть громче захотела. Еле пальцы уберегла, потерять я вмиг могла. Вам спешу сказать, друзья, мы счастливая семья. Наша дружная семья в безопасности сильна.